пожаловать на конкурс исполнителей детской песни Евровидения 2013. Ну что ж, Ди, мне сообщили только что, результаты голосования подсчитаны, и мы их сейчас увидим. Все внимание на экран. Ну что ж, как всегда, в конце отборочного конкурса наступает самый волнительный момент. Итак, сейчас мы узнаем окончательный результат каждого из участников российского отборочного тура. Итак, Ванесса Безродная. 2,59 балла Ванесса Безродная. Ульяна Кузнецова. 6,06. Внимание, дуэт «Дружные сестренки». Дуэт «Дружные сестренки» набирает 4,90 балла. Кириллова Даяна. Номер 4 Даяна Кириллова. 12,19. Следующий конкурсант. Анастасия Егоркина. Анастасия набирает 5,74 балла. Еще одна Анастасия, Настя Зуева. Шестой конкурсный номер. 3,40 балла. Следующая конкурсантка — Ксения Мулина. Ксения набирает 3,73 балла. Внимание, Елизавета Пурис. 10,22. Браво. Следующая конкурсантка — Арина Багарякова. 1,62 балла. Внимание, 10 номер, Ангелина Колесникова набирает 7,08 балла. Очень неплохо. Следующий конкурсант — квартет Forever. 6,63 балла. Вячеслав Квасов, 12 номер. 1,91. Девчонки пока лидируют. Валерия Ярошенко, следующая наша конкурсантка. 8,26 балла. Диана Солдышева, 14 номер. 5,60. Номер 15, Лариса Григорьева. 5,91 баллов. Анна Музафарова. 2,99 балла. Фисенко Софья, номер 17. Софья набирает 9,20 балла. И Алиса Сементина. Одна целая 98 балла. Итак, уважаемые друзья, мы подвели итоги. Внимание! Внимание победителям российского национального отборочного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение 2013» становится... Даяна Кириллова! Тебя выйти на эту сцену. Отборочного конкурса исполнители детской песни Евровидение 2013 в России. Принимайте аплодисменты, Даяночка. Все аплодисменты только для тебя. Вот она, наша победительница, вот она, наша чемпионка. И сейчас, внимание, диплом победительницы вручает Лерика.
молодец! Ты лучше всех, и мы искренне желаем тебе удачи. И мы надеемся, что в Киеве ты выступишь просто здорово. Ну что ж, друзья, наш российский национальный отборочный конкурс исполнителей детской песни Евровидение 2013 заканчивается. Ну а мы, его ведущие Анастасия Черновая, наш в Киеве на Кова Евровидение 2013. Мы не сомневаемся, что Даяна выступит здорово. Ну а сейчас на этой сцене наш победитель по многолетней традиции в эфире еще раз прозвучит лучшая песня. Даяна Кириллова, молодец! С победой! С победой! Мы прощаемся с вами до следующего отборочного конкурса. Пока! Победитель!